Мінус. Що таке, що таке, що таке, що таке? А на локотник хто одягати буде? А. Так що, ти тренуватися не хочеш? Ну так, є таке відчуття. Почому? Та, після Дубаю що-то... То ли постарел резко, то ли ресурс закончився, хрен його знає. Ну, тяжело, тяжело, не можу собрати гусей. Так, може, треба віддихнути вже, наконец-то? Не можу віддихнути, тому що я підтвердив своє участь ще на двох соревнованнях. І тоді вже буду віддихати, танцювати, пісні плясати і так далі. А поки ще не можу, к сожалению. Еще месяц плотной работы, а потом уже буду до спочинку. Сегодня только дамбл тренируем? Сегодня только дамбл, может быть. Ну да, только дамбл. Если будет настроение, пресс покачаю, так. Не, фонарь, ничего не хочу делать. Я понял. И что по весу? Сейчас ты делал, сколько было? А сейчас 78, как бы первый подход с большой гантелью. В планах дойти до 130, сделать его на 3 раза. И расслабиться. Ну и все, типа, закончили тренировку. Ну погнали. Погнали, ты мешаешь мне. На, Дима. Так я говорю, давай помогай. Дим, помоги, пожалуйста, потому что, ну, устал я что-то очень. Ты уже переигрываешь, честно. Ну, поездка в Дубай, Дим, просто твои впечатления. Знаешь, что я заметил? Мы там кайфуем. Остальные спортсмены настраиваются на таком серьезе, как в Бахрейне, ты говоришь, погнали все купаться, в кича играть, и все такие заднюю дают, и только самые смелые, типа, ну, let's go, типа. Ты можешь ставить тут видос, там, где мы перед, в 12 ночи, ЧБД смотрим и ржем, как просто разрываются. Значит так, я поднимаю его, слушаю. И потом снимаешь его штаны. До этого в ресторане тусили. Ну, короче, мы действительно отдыхаем и кайфуем. Когда убирается вот этот суперсерьезный режим, когда спортсмены из-за большого давления начинают сами себя жрать психологически, они уже тратят свою силу и они находятся в стрессе. А мы с моей компанией кайфуем, тусуемся, все классно. Ну, в меру, правда? Ну, в меру, конечно. Конечно. Скажем так, закончим кистевичок. А вон там, Санек, кинь, пожалуйста. Санек, привет. Привет. Как дела? Ничего. Тренируешься? Не втыкаю. Чуть только что не сдох, блядь, вообще. Два, один, есть. Знаешь, говори, сколько ты такие, типа, так, дамбл столько-то килограмм. Так, дамбл столько-то килограмм. Так, типа, да. Все, пять разочков. Санек, а ты куда готовишься? Я на ВСМ. Так это вроде же Games. Ну так. Open Games или нет? World Strongest Games. Ну, World Strongest Games. Самая сильная игра. Ну, короче, они приравняты до ВСМ.
Якщо моя категорія, там 105, баби, ті все. Баби. Діти вони. Нормально, в ефір давай. Є соревнування Russian Gasman, і воно дає право називатися самим сильним чоловіком планети. Но они организовывают только Russian Gasman. Абсолютная категория среди мужчин. Женщины и категории 105, 90, 83 и так далее. Любые категории уже организовывает другая федерация, организация и так далее. И вот Саня едет на самого высокого уровня соревнования, которое называется Russian Games. Вроде бы так. То есть это Russian Gasman среди его категории. Напишите в комментариях, там, поддержите его. Димончик, мы оставим тут его ссылочку на инсту. Напишите ему, мне будет приятно, ему будет приятно. Погнали, посмотрим. Что это будет, Лёха, эстафета? Это эстафета. Итак, погнали по весам. Тут сколько? Тут с резиной, со всей петрушкой, примерно 120-130 килограмм, 130. А тут? Тут 109, тут 110. Но мешок более неудобный тем, что он, ну, середина провалена. Реально неудобно брать. Санек, попробуй, знаешь что? Что? Хватать сбоку. Что? То есть не так, ну, не так, а вот так. Да. Вот так? Да. Так ты сможешь быстрее бежать, потому что ноги будут свободны. И здесь тоже ошибка в том, что ты поднял, подвил и все. И ты можешь... Вот ты подходишь и сразу снимаешь его. А ты подошел и вот, да, чуть-чуть сюда. И тогда ты сможешь закинуть выше. Я попробую. Опа, ого. Аж магнезия полетела. 3, 2, 1, пошел. Отталкивайся. Да. Давай, 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 все просто. Погнал. Давай, давай, давай. Жопу вверх. Руки ровные. Раз, два, три. Там снайпер такой. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Жопу вверх. Руки ровные. Раз, два, три. Как тебе атмосфера тут тренироваться? По кайфу. Именно атмосфера для стронгмена, да? Да, если бы еще не орали, было вообще четко. Ой, бля, да. Малая мелкая говорит, если что, это не тяжело. Подружка вдвоем. Нормально. Саш, пару слов для пресса. Как оно носить эстафету? Эстафету носить, хрен я знаю. А вот мешок шел дом. Напряжно трохи. Да. Да. Ну ничего. Будем быстрее носить. А когда будут соревнования? Послезавтра. Послезавтра. Вчора. 12 вересень, жовтий. Листопад. Новембр. Да. Осталось 4 подхода? Да. Изи тренировка, да? Изи катка. Ставьте лайк, кому 100 кг тоже изи. Тренировка. Санек, давай ты будешь лежать и так типа даун. Давай. Погнал? Давай. Я когда судил соревнования, и я хотел, чтобы меня спортсмен видел, я делал так, я даже сейчас так не делаю, потому что я надорвал в плече связку. И типа, да, а потом чувствую, ого, уже там второе упражнение прошло, я чувствую, плечо болит, я уже типа так. Делаю чисто. Понятно, да? Нормально. Нормально? Ну, ты понял, короче. Good lift. 4 раза.
Лех. Да, Димончик. А что в Англии будет? Ты ж Париж нормально, Ты не, в Англии будет Арнольд Классик, Англия. Первый раз в Англии будет Арнольд Классик, именно не Европа, не там какой-то континент, а именно Арнольд Классик, Англия, UK. Это первый раз. И делается все с большим размахом. Пригласили достаточно много разных звезд. Сильвестр Сталлоне, Жорж Сен-Пьер, Хабиб, Нурмагомедов. Короче, очень много знаменитостей будет специально для того, чтобы поднять уровень соревнований и в целом ивента. И также-то нам будут проходить наши соревнования стронговские, как всегда. Проходит на Арнольд Классик, и я так понимаю, кто выиграет, тот и попадает на вакантное место на Арнольд в марте 2022 года. Четвертый раз за этот год еду в Англию выступать. Уже в целом понимаю, что там происходит. Понял. Ну, а дамбл сейчас сколько? Сейчас уже 110 килограмм. 110, погнали. На три раза. Ну, тогда два. Короче, ты сегодня на расслабоне, на чиле, да? Нет, так оно упало, просто разлетелось. Ну, если бы ты, конечно... Я понял. А, так третий, да? Да, доделаю. Ну, давай. Какой вес сейчас будет? 120. 120 килограмм. Интересная конструкция. Да. В смысле, что там, Дим, хочешь на выходных идешь? Забирать его, ты что, ну, надо было так сказать, типа я не в курсе. А, Дим, я же забыл. У меня друг Дима, оператор мой, едет в понедельник за гантелью. Куда? В Минск, в Беларуси. Будет у тебя классный дамбл? Лучше. Это ты уже с ним будешь готовиться на Америку? На Америку. Америку. Все, понятно. Можешь уже, в принципе, идти и поднимать гантель. Там 120 килограмм, да? Там 120, да. Спасибо, Дима. Пожалуйста. Четко припарковался. Он ушел, Сань, но обещал вернуться. Ну да. Что там? Пацаны, еда. О. Распаковка. Два кирпичика и один батон. Сейчас последний подходик. Да, Лех? Да. 130 килограмм. И потом кушать. Эй, блин. Ментальная настройка. Давай. Блин. Ну да. Давай. Дима, ну потихоньку, Можно пересчитать блины по-быстрому. Раз, два, три. А, блядь, что за сила здесь? Да, блядь, это самое. Травма на производстве, Леша.
Леха решил на кураже еще раз сделать, и вес уже 135 килограмм. Ошибочка маленькая. Сейчас сделаю. Все, отдыхаем. А теперь тренируем шилд. Итак, тренировка сегодня. Песенка завела немножко и 130 сделали, а потом что-то в голову пришло 135 сделать. Первые два подхода была ошибка в векторе движения, чуть-чуть не так оно полетело. А третий вообще классно, так четко, без дожимов, без каких-то больших сложностей наверху. Так что в целом все окей. Это только вторая тренировка с ВСМ, хотя и до ВСМ я особо не тренировал. Ну, то есть в целом дамбл в порядке. По поводу здоровья после Дубая, честно говоря, наверное, самые тяжелые соревнования были дубайские. И так, я себя чувствую достаточно плохо. Я говорил, что я обливал, и был красный цвет. Я не знаю, кровь, не кровь, но, как оказалось, по анализам, которые сдали уже в Киеве, это, оказывается, была кровь. Болела печень, болели почки на соревнованиях. На следующий день после соревнований болели почки. С чем связываю я это? На йоке слишком большое напряжение, и за короткое время и мышцы получилась деструкция мышц, оно разложило, по сути, схавало само себя и выводило, поступило в почки, и кровь фильтровалась почками, и почки забились, потому что слишком много больших частиц белка. И я до сих пор чувствую эту боль, у меня до сих пор болят почки, до сих пор я вижу не свойственный цвету мочи цвет, а немножко с оттенком оранжевого, как кровяные тельца. Печально немножко, но, к сожалению, к счастью, я подтвердил свое участие на Arnold Classic UK и на рок я должен выступать, потому что сказал, это не та травма, чтобы я вообще не мог выступать. И также, ну, я уже подтвердил, оно все уже пошло в рекламу, и многие люди задаются вопросом, кто же выиграет и так далее. И если буду сниматься, меня могут посчитать, вроде бы я испугался. И вот как бы я между этим вот нахожусь. Но все же я планирую выступать. Надеюсь, что все окей будет, потому что Арнольд для меня по упражнениям легче. Но рок, конечно, это жесть будет, сложное соревнование. Но заднюю давать нельзя. Буду выступать, как будет, так будет. Ну, выиграю замечательно, не выиграю. Ну, значит, буду готовиться лучше на следующее соревнование и так далее. Ну, то есть это нормальная практика в спорте. Спортсмен в теории может выиграть, но на практике тяжело выигрывать всегда. Я буду стараться как могу, как и на всех соревнованиях, сделаю все, что я могу, но посмотрим. Я надеюсь на победу, во всяком случае, упражнения я готовлю. Надеемся на лучшее, готовимся к лучшему. Всех обнял, всех поднял. С вами был Алексей Новиков.